Скажите, пожалуйста, когда делаю массаж из мастер-класса по астралу, несмотря на какой части тела, то начиная во второй чакре ощущения не очень приятные, то ли покалывание, то ли мурашек, пульсация, это нормальный процесс или нет? Нормальный. И в голове как тепло, удовольствие, все вместе тоже. Ощущения, конечно, фантастически, понимаю, это замечательно. А вот животом непонятно. С каждым днем меня мастер-класс просто приятно шокирует. Начала чувствовать на ощупь предметы, одежду могу мысленно потрогать, чужого человека ощущаю кожу рук, волосы, одежду, аж мурашки по телу идут. Это какое-то чудо. Спасибочки вам за все. Пожалуйста, я бы вам хотел посоветовать, Надежда, пройти все-таки первую ступень. Становитесь эзотериком, так как вы начали немножечко с другого. Человек должен заниматься эзотерикой моей школы и использовать мои методы исключительно после прохождения первой ступени, хотя бы бесплатно моей школы.